Peggy 16. Мы почти пришли, товарищ майор. Тут буквально пару шагов. Мы уже полчаса идем. Зачем понастроили этих чертовых коридоров? Сам не знаю. Ах, не каждый день к нам приезжают из комитета. Неужели произошло что-то настолько серьезное? Сами же знаете, я могу это обсуждать только с начальством. Конечно, конечно. Просто интересно. Знаете, как говорят, лейтенант, меньше знаешь, крепче спишь. И то верно. Вы к нам надолго? Да вот пока не разберусь, что за чертовщина у вас тут произошла. Это влияние извне или... Ай, неважно. Понятно. О, мы на месте. Вот та самая дверь. Тут стоит пломба. Только вам разрешено ее вскрывать. Ну а кому же еще? Ха. Благодарю за помощь, солдат. Вы можете идти. Служу Советскому Союзу! Так, посмотрим. Губа. Господи, какой же ванизм, а? Вряд ли этот запах когда-нибудь выветрится. Видимо, именно тут содержали нарушителей и сажали сюда не только за проступки. Надо очень здорово чокнуться, чтобы натворить таких дел. За этим крылом явно никто не следил. Сортир просто в ужасном состоянии. Но заметно, что его пытались отмыть к моему приезду. И все-таки никак не могу понять, какой смысл в столь длинных коридорах. Неудивительно, что на кухне никто не услышал крики, когда произошло убийство. Да, давно я не смотрел новости. Наверное, именно здесь сидел охранник. Однако он по какой-то причине ничего не помнит. Видимо, он напился и не вышел на работу. Никогда не поверю, что можно забыть подобное происшествие. К сожалению, этого мы уже никогда не узнаем. Просто образцовое помещение для любого советского учреждения. Дедушка Ленин гордился бы.
вот и кабинет убитого. Все чисто и аккуратно, много книг. Видимо, человек был крайне педантичен и хорошо образован. И увлекался японской культурой. Ямамото. А вот и место преступления. Даже страшно подумать, какой ужас тут творился во время убийства. Заключенный расчленил капитана, а потом прикончил и себя до кучи. Видимо, совесть замучила. Все так начисто вымыто, что я вряд ли найду какие-либо новые зацепки. Все улики тщательно задокументированы и также тщательно вымыты. В протоколе написано, что кроме двух трупов тут ничего не было. Но что-то мне подсказывает, что действующих лиц было явно больше. Почему же он не повесился? Подготовил веревку, но в итоге вскрыл вены. А что у нас тут? Занавеска, так... «Не влезай, убьет». Ха, мне никто не сообщил об этой двери. Возможно, именно там скрылись гипотетические участники преступления. Попробую найти код доступа. Это было не так сложно. И за дверью скрывался... лифт? Видимо, мне ничего не остается, кроме как выяснить, куда он меня доставит. Прокатимся. Черт! Почему они меня не предупредили об этом помещении? Возможно, именно здесь я найду главные улики. Ох, как же мне не нравится это дело. Впрочем, бывало и хуже. Сверхпрочная дверь с компьютерным управлением. Зачем она здесь? Какая-то зона А. Я перестаю понимать, что происходит. Еще один кодовый замок. Нет, это какое-то издевательство. Понаставили здесь кодов. А я ходи собирай, да? Я сейчас поднимусь наверх и устрою им там кузькину мать. Да, я... Хоть свет потушил, распрячешься от него. Мы тут, наверное, последние остались. Если ты, конечно, еще жив там. Тут одни мертвецы. Двоих солдат он убил фактически у меня на глазах, ты бы это видел. Да и нас он убьет, куда мы отсюда денемся? Все системы жизнеобеспечения сломаны, ничего не работает. А в туннелях полно воды. Я чудом смог спасти этот корпус. Я даже затопил Б-корпус, думал, что он там и останется. Но нет, он уже здесь и ищет нас. Может, пустишь меня? Не хочу умирать в одиночестве. Черт! Он опять нашел меня. Прошу тебя, пусти меня. Не дай хотя бы свой пистолет, я застрелюсь. И тебе советую. Видел бы ты, как они мучились. Как они кричали от боли.